не знаю. 720p, 30 кадров, 2500? Уже поздно смотреть. Ну, даже, ну в Сочи все работало. 702. Ну, если работало, значит все супер. Окей. Да, сейчас мы опять для... Оп, арена. Привет! Качество. Фу. Привет, ребята, привет! Как дела у вас? Спасибо большое. А вы знаете, где я? А вы знаете, с кем я? А вы знаете, как вообще? Как? Спасибо, здорово. Здорово. А знаете, где я? Давайте, давайте. Так, ребят, я А уведомление уже пришло? Нет, еще. А. Так, ребят, я слушайте, сейчас хуёво прибыл в Азелью. Мы записали фоточек в Киеве, ходим по трущобам. Привет. Будем искать вам еду, вон прям вот список мусора. С вайпой вверх будет грязь. Ёпта, давай. Артур, да. Буду после стрима с тобой, после общения с тобой, буду вот так вот разговаривать, как ты. Ну, это... Распространяем, как бы, мы делаем по всему миру. Hello, кенты, everyday, everyone. Hello, man. Мы в Киеве, как бы, да. Сейчас будем показывать арене Киев. Хорошие места для трапезничества, а также прогулок нормальных. Привет, привет, ребят. Да, на самом деле, мы с Артуром вдвоем. Мы сейчас пойдем покушаем, потому что я вообще не завтракала. Если честно, я еще ни разу вкусно не поела в Киеве. Вот, и я сейчас... Надеюсь, что мы исправим эту ситуацию, потому что иначе Киев пока очень сильно проигрывает Москве по хавчику. Хотя мне говорили абсолютно наоборот. У меня девчонка Диана... Давай я тебя поснимаю. Да, ну... Давай. Ладно. Спасибо. А прям на дороге? Прям на дороге. Грязилка. Налево нам. Спасибо. Ну, что там, ребята? Как дела у вас, ребята? Неловко. Неловко? Ну, с такой красивой девушкой ходить с камерой, типа, стримить в Киеве, Арина. Блин, если честно, можешь я... Можете не снимать, можете снимать, посмотреть, посмотреть красивые здания. Я люблю такие высоточки. Это Гулливер. Мы сейчас как бы в центре, да? Лучше не стрим снайпить, у меня газовый баллончик. Почему? Ты что? Я шучу. За что стрим-то? За что? Ну, ты же ходила сюда. Да, но здесь будет ловить. Мне Арина сказала три рестика каких-то грязных. Я первый раз, кстати, в него иду. Но у меня есть свои рестики. Катюша вареничная. Да. Там очень вкусно. Не пробовала еще оттуда ничего? Нет, а я написала стримерша, которая была в Киеве, сказала, что в Киеве очень вкусно. Да, все и говорят. Я ей написала, типа, давай, Диана, советуй мне, потому что я доверяю только тебе. До себе. Тяни до себя, давай, мужчина. Покрепче буду. Так, пойдем. Пойдем. Сейчас где-то мы присядем, да, возле окна справа. Оно будет ловить, не переживай. Мы можем сесть. Здравствуйте. Да, конечно. Так, а где у вас можно присесть? И, а тот зал, а там улица, да? Да, там улица. На улице хочешь? А, холодно. Тебе будет холодно? Есть пледы. Вон. Но там ветер улице дует, а там же микрофон и все такое. Да, можно... О, давайте в ту зону. Покажите, давайте посмотрим. А, это типа закрытое, да? Это ресторан? О, вот тут можно. Или оно отзеркаливает просто. А, нормально, я просто... Я думаю, это зеркало. Вот как? Здесь. Давай. Давайте, ну, здесь. Нет, давай в середине. Давай. Ладно, давай здесь. Давай. Давай здесь. Давайте так. Здесь меню нам. Держи. Держи, Арин. Кентоу. А как они видят? Что они видят? А понятно. Привет, кенты. Меню у нас электронного формата. Дай мне секундочку мне. Кентоу. Кентоу. Не то. Сейчас я вас поставлю. Я вас поставлю на приколюху. Снимай. Артур, это свидание? Получается так.
интересно. Интересно. А тут, ну, против света, конечно. Ладно. Нет, тут не нажимается. Вид-чат. Ну что, я просто, я всегда сижу вот так. Типа, я в книге читал, расскажу, я в книге читал, что чем больше ты занимаешь пространство на диване, тем, ну, как распознать уверенного в себе человека, если он садится вот так как-то, блядь, иначе он чувствует себя дискомфортно, знаешь, типа, вот так скованно, руки у него вот так, или вот так он там возле пениса держит. А если он вот так чисто сидит, чем больше пространства, типа, уверенный, кем, блядь, все такие, да, чувствуется сразу уверенно. Позади сюда, переживай. Короче, забудем трапезничать. Вот, кстати, меню. А, стой. Вот это меню? Да. Ничего себе технологии. Даже в Москве такое меню не приносит. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы ознакомимся через 10 минут буквально. Чат, как у вас дела? Мне вообще балдежно в Киеве. Особенно вот с такими вот замечательными людьми, которые мне составляют компанию. Прям Злой мне написал, позвал, и я такая радостная, потому что больше никто никуда не звал. Вот. Я делаю резюку, эдишн. Давай будем знакомливать тебя с украинским меню. Давай. Сниданки, understand? А если вот, ну ладно, а если за телефон севшего человека, или он принципиально не дадут, пользуется? Дадут текстовое, есть текстовое, но это по QR-коду так лучше. Mm. Сниданки, understand, что это? Сниданки. Знаешь, что это? Нет. Завтрак. А. Традиционные стравы, окей, йогурт, как мы готовим сами, йогурт, это йогурт первое, гранола с медом, сезонными ягодами, это фруктами. Что ты любишь вообще хавать, скажи мне? Ну, какой-нибудь яичницу бы я съела, омлетик. Стравы с яец, это е.